Ну вот я еще хотел бы показать, что к диску 5-го поколения прилагается еще такая книжка. Ну, в принципе, она не всем нужна, потому что очень похожая книга идет к дилерским машинам в комплекте. То есть здесь стандартный набор команд всего головного устройства. То есть не только навигации, но и аудио, климат-контроль, инфо, вот все, что есть в главном устройстве, весь этот функционал описан в этой книжке. Так что, если вдруг у вас ее по каким-то причинам нет, то обращайтесь, она идет в комплекте с диском. Но она только для 5-го поколения, то есть другие, более старые, 3-е, 4-е, там совсем другие команды, там совсем другое расположение, поэтому книжка не подойдет. И у 6-го и 7-го поколения более новых тоже отличается, там у них свои книги. Так что еще раз подчеркиваю, что только 5-е поколение. Ну, все на русском, так что удобно, если нужно вспомнить какие-то особенности навигации, там вспомнить, как именно нужно куда нажимать, то можно учитывать. Она бывает еще в черном варианте, два варианта обложки, белый и черный. И сзади вот эта таблица соответствия. Как именно набирать улицы? Вы уже в курсе, наверное, что в этой версии навигации русские улицы набираются английскими буквами. Вот здесь как раз таблица, какая русская буква, как набирается английским. Это, например, буква Ё, она набирается двумя буквами. Y и O. Буква Ща набирается аж целыми четырьмя буквами. Вот, видите? Вот это надо знать. Так что возите такую книжку с собой и никогда не растеряйтесь.